кожного народу є як і радісні, так і сумні сторінки історії. Для єврейського народу Голокост став найтрагічнішим явищем в національній самосвідомості. Ми бачимо ужас тої війни. Ми слышим стони мільйонів, да, звуки, як же ви земні. Ви розбудили погребених. І сквозь завесу поколінь к нам тянуть руки млад і стар. Що за ужасне мгновення? Да будь ти проклят, Бабий Яр! Да будь ти проклят, Бабий Яр, і всі, хто це сотворили! Як громко стонуть млад і стар. Невинных жертв за что убили? За красоту? За талант? Да и за собственные мнения лежит здесь Изя, музыкант, Олеся, чудных дум стремления, Иван, своей прямотой, так надоевший этим гадам, Сергей, Иосиф, Катя, Ада, всех невозможно перечесть. Я вижу, зал уже рыдает, он понимает слово «месть», но все же прощения желает. Простить не значит позабыть. Починаючи з 2006 року, 27 січня в усьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Генеральна асамблея ООН закликала щорічно проводити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію. Пам'ять потрібно і о том, чому так произошло, і розуміти, що потрібно зробити, щоб це не повторилося. В Україні, як і по всій Європі, залишилося чимало фактів масового геноциду і місць, де відбувалися численні вбивства євреїв. Миколаївщина, на жаль, теж має такі страшні пам'ятки історії. Село Богданівка, Доманівського району, 54 тисячі страчених, ні в чому не винних душ. В Миколаєві щорічно відбувається покладання квітів до меморіального знаку жертвам Голокосту, в знак скорботи та пам'яті про цю жахливу трагедію людства. Ми зібралися тут, щоб пам'ятати 10 тисяч миколаївських євреїв, які загнали от сюди, на це місце, в 41-му році, і відсюди вивозили в пригороди на розстріли. І навіть якщо б не було запроваджено День пам'яті, навряд чи людська свідомість змогла стерти згадки про цю подію. Театральна студія «Ноїк» Миколаївського товариства єврейської культури кожного року представляє на розсуд сучасників вистави на тему Голокосту. Цього року глядачам була запропонована театралізована історія про життя та смерть геніального педагога, видатного лікаря Януша Корчака. Людини, ім'я якої заслужено залишилося в переліку яскравих особистостей 20-го століття. Хочеться в этой теме найти какие-то новые пути, дороги к человеческим душам, поскольку уже огромное количество стихов, песен, постановок были посвящены этой теме, и основная цель их, да, как бы эмоционально заставить сопереживать. И вот оно. 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. Ну, вы же знаете. Польское независимое государство прекращает свое существование, и на его территории начинается планомерное уничтожение еврейского населения. В Варшаве и в других городах фашисты организовывают так называемые гетто. Прямого конкретного ответа, я думаю, что нет. Есть совокупность событий, совокупность каких-то мироощущений того, кто это все начал, то, что вылилось вот в эти события. Окликнет эхо давним прозвищем, и ляжет снег покровом пряничным. Когда я снова стану маленьким, а мир опять большим и праздничным, меня снесут с крылечка сонного, и я проснусь от скрипа санного, когда я снова стану маленьким, и мир чудес открою заново. Але не дивлячись
дивлячись на те, що єврейський народ пережив такі сумні події, він зберіг і свої традиції, і самобутню історію, і жагу до взаєморозуміння та єдності. Саме на початку 90-х це і об'єднало сотні людей в єдину єврейську громаду нашого міста. Після багатьох років забуття це був глоток свіжого повітря. Людей тягнуло до вогника національної пам'яті, що розгорявся з величезною силою. Ми стартували в той період, коли, ну, в общем-то, наша, скажімо так, община єврейська була заметно многочисленнее нинішньої. І в ній було гораздо більше людей, які стремились вот к этому об'єднанню, які за многі роки, вот, прошедші вот, в совєтське время, були оторваны від своєї традиції. Ну, в общем-то, это не приветствовалось. Особенно то, что касалось еврейской национальности. И скрывалось многими вот, по разным причинам. Мы сейчас не будем о них говорить, наверное. И когда тогда только вот открылись вот эти двери, эта возможность собираться, было огромное количество людей. Огромное, ну, понятно, что это не десятки тысяч, но, во всяком случае, сотни людей приходили, собирались на наши первые собрания. И самое главное, что это было все очень искренне и очень востребовано. Життя громади забуяло різними барвами. Вже в перший рік існування культурного центру була відкрита недільна школа, де вивчався іврит, проходили лекторії, друкувалася газета «Бокер», розпочав роботу ансамбль «Штілім». Згодом був відкритий клуб людей похилого віку, молодіжний клуб, комп'ютерний клас та різноманітні дитячі гуртки. Так, спочатку свого приміщення товариство не мало. Знаходили прихисток у міських школах, бібліотеках і будинках культури. Та за роки існування культурного центру жага до єднання тільки зросла. Дуже ярко проявилось в іменно вот 90-м году, коли общество культури тільки создавало, навіть в 89-м, коли проходили учредительні собрання, коли ми тільки-тільки починали с лета 89-го года вот об этом рассуждать и говорить. Вы бы видели, с какими лицами приходили люди, которые вот, ну, многие десятилетия были оторваны от своей традиции, были оторваны от своей культуры, но которым вот, действительно это, видимо, на каком-то генетическом уровне, у которых была тяга вот к тому, чтобы собраться, поговорить о своих проблемах. Мы остаемся гражданами Украины, мы остаемся действительно преданными гражданами Украины, но есть какие-то свои нюансы и тематика, которые, вот как вы сказали, семья. Также, точно так же, как вот в любой семье, опять-таки, граждан того или иного государства, есть свои личные темы, и больные и радостные вопросы. І у 2004 році почався новий етап розвитку общини. А все тому, що розпочалося будівництво власного приміщення культурного центру. З цього моменту єврейська громада отримала власний дах над головою. Дім, в якому живе і працює й досі. Будівлю, яка будувалася на кошти кількох членів громади, допомагали зводити своїми руками діти, батьки, співробітники. Я себе представлял вот эти комнаты, в которых здесь будут дети, здесь будет, вот как они будут переходить, где сделать коридор, как. И мне кажется, вот я об этом никому не говорил, но когда был заложен фундамент, то в его четыре крайние точки, а я был в 93-м году первый раз в Израиле, в Иерусалиме, и вот там взял в старом городе камешки. И вот я заложил вот в эти четыре угла в бетон эти камешки. Я не думаю, что только они сыграли эту роль, вот этого вот теплоты и доброй семейной атмосферы в этих стенах. Но мне кажется, что никто не отвергнет это. И действительно, вот каждый вновь приходящий в эти стены говорит, вы знаете, вот здесь как-то тепло. Сьогодні ми
Миколаївське товариство єврейської культури продовжує свою роботу, поєднавши різноманітні соціальні, освітні, спортивні та культурні програми. Працює чимала бібліотека, діє дитяча творча майстерня, діти ліплять з глини, малюють, займаються ткацтвом та бісероплетінням. В кожном занятті є єврейська составляюча. Если это развивающие занятия, то детки, если лепят, то они лепят к какому-то празднику, какие-то подделки делают. То есть, если это праздник Ханука, то они делают ханукию, то есть тут же они развиваются, они развивают мелкую моторику, и в этот же момент преподаватель им рассказывает, что такое Ханука, о чем этот праздник и что они делают. Если они изучают танцы еврейского народа, то эти танцы тоже связаны с праздниками. Они изучают сначала историю этого праздника, потом передают это в танцы. Гра в театральній студії завдяки сценічним постановкам, театралізації обрядів і традицій допомагають образному і духовному збагаченню дітей. Виховують в них розуміння, любов і гордість за своє національне коріння. Сейчас у нас очень популярна наша театральная студия «Ноик». Мы ездили в очень много городов, сейчас посетили с нашим театром, со спектаклем «Моя кошерная леди». Мы участвовали в фестивале «Южные маски» в нашем городе Николаеве. Слушайте, Мишель, надо, чтобы застали именно чужую жену, не вдову? Именно жену. Как я была права, решив это скрыть? Дело за малым. Осталось только застукать вас с женихом в пикантной позе. Осталось только дождаться, пока эти дохляки наконец дойдут сюда. Поздравляю, поздравляю! Господи, да он участник наполеоновских войн и похож на старого козла. Да? А подарок неплохой. Густав! А я Кэт Торнадо. Для вас просто Кэт. Разрешите мне представиться? Не надо, у нас тут уже один представился. Говорите громче, я плохо слышу. Козел еще и глухой. На что только не пойдешь, чтобы свести концы с концами. Я не помню, я уже представился. Нет, вы пока еще здесь. Відпочинок теж община проводить разом. Вже 16-й рік поспіль на березі Чорного моря діє сімейний табір. Наш сімейний лагер збирає до 120 чоловік кожне літо. Ми становимося на 8 днів одною великою сім'єю, яка живе общим бажанням провести ці дні як можна полезніше і веселіше. Ну, я думаю, що цього ми добиваємося, тому що к лагерю ми готуємося заранее. Ми пишемо програму лагеря, ми придумуємо тему лагеря. І кожен рік ця тема все інтересніше і інтересніше. На этом стенде мы сейчас можем увидеть тех детей, которые пришли к нам совсем маленькими. Им было 3-4 года. Сейчас этим детям уже 20 лет, некоторым 18-19. Эти дети уехали уже в другие города, но некоторые из них остались у нас и ходят к нам, причем долгое время здесь проводят. Они участвуют в жизни общины, в жизни Ноика, помогают нам. То, что, чему они научились и чему они сейчас учатся, они стараются воплотить в жизнь в Ноике. У 2015 році культурний центр святкував своє 25-річчя. Зі сцени Миколаївського академічного художнього драматичного театру лунали привітання численних гостей. Адже за роки існування товариство знайшло багато друзів, які підтримують єврейську общину нашого міста і розділяють усі печалі та радості цього народу. Здесь присутствует не только вот генетическая составляющая, не только психологическая, даже, наверное, некая биологическая. Наверное, в жизни любого человека, любого живого организма есть некий баланс, некое уравновешивание. И вот та совокупность, то множество горьких и трагических картин жизни еврейского народа,
наверное, каким-то образом мы пытаемся уравновесить вот этой выплеском этой радости, веселья, привязывая их к каким-то определенным праздникам. И, наверное, поэтому многие из праздников мы так и называем радостный, самый веселый. Причем вначале это Пурим, потом этим праздником становится Песах и так далее. Рождение сына, скажем так, в семье, скажем, его развитие как ребенка, соответственно, как бы задачи, которые стоят перед каждым родителем, мы решали по-своему, да. Был, скажем так, произведен поиск всяческих организаций, которые занимаются по развитию детей, вот, ну, ввиду того, что у нас в городе, как выяснилось, ну, на тот момент, к сожалению, я не был знаком с обществом еврейской культуры ранее, вот, есть такое чудесное заведение, как общество еврейской культуры, НОЭК, вот, мы привели своего ребенка непосредственно сюда. Это было вот уже как 5 лет тому назад, вот, с тех пор мы являемся одним из постоянных, скажем так, его членов, скажем так, нашего общества. Если мы будем говорить так, родились в Советском Союзе, там, где, скажем так, культуры как таковой, вот, допустим, еврейского народа как таковой не было, поэтому, да, безусловно, часть своего народа я уже получал здесь. Самоидентификация для каждого человека – это тот этап, который ему предстоит пройти в жизни. То есть, кто я и, соответственно, как бы частью какого народа являюсь. Ну, так как у нас, у евреев, это, скажем так, это не религия, это часть истории нашего народа, поэтому знать историю – это просто необходимость, да. Мы живем в многонациональной стране, то есть это как бы понятно априори, вот, но я пытаюсь, ну, не то, что пытаюсь, не то, что воспитывать прям конкретно, но, опять же таки, мои дети должны знать свои корни, свои истоки, потому что это очень важно. То есть в дальнейшем, я думаю, они поймут о том, что вот как бы это есть часть того, что есть я. Ну, наверное, так это будет. Не дивлячись на пережиті трагічні події, єврейський народ зумів подолати усі негаразди і зберегти національну свідомість, самобутню культуру та віру у світле, радісне майбутнє.